Так, буду записывать частями. Сейчас вот забежал к такой девоньке. Ну, смотри, открываю. То есть какие-то призы мне. То есть токен 7 дней, 10 атрибут по 100 атрибут поинтов тут. О, скилл резать поишен, бляха-муха. Две штучки аж, ёпта. Ну-ка, ну-ка. Слушай, нашел скилл резет. Охренеть. Вот я не ожидал, если честно. Так, значит, я сейчас скиллушечку свою подправлю. Так, чтобы она была более-менее той, которая мне нужна. Ну и увидимся немножечко мы попозже. Thank you.
Thank you.
Ah!
Так, ладно, тут я уже включаюсь, как говорится. Давай-ка новыми помощниками, обновленными, попробуем немного повоевать. С картами здесь, конечно, долго еще геморроиться. Но зато я знаю, что куда можно девать. И это мне крайне начинает уже нравиться. Значит, новая глава игры открывается. О, лишь я сюда бегу. Во-первых, сюда. Так. Давай посмотрим теперь, как они будут все гасить. Вихов и там. Чё? Грим, ты куда попёрся? Yeah.
Типа всех моих завалили теперь, да? Ну ладно. Правда, не получил, мне дали. Мило. Но мне понравилось. Так. Так, давай эту хренотень накормим. Ну, пошли на второй. Здесь сможем сообладать. Да, здесь, мягко сказать, быстро крошат. А тут уже левел 140. Но начать можем с сотого уровня. Эх ты ж зараза. Начать-то можете с сотого уровня, правда тут 140-го, а так все нормально, классно. Ну, респект вам, ребята. Могли хоть бы предупреждать, что ли. Так, ну в принципе... Неплохо поотрывались. Надо с этими картами будет разобраться, но это вот на следующей неделе получается. Мы сможем прикупить и некоторые вещи. Да, только на следующей неделе. Так, вот я сейчас не понимаю не совсем юмора. Это получается, что все прошел. Не прошел. Чего он тут так сияет? Странно очень. Так, вот это уже любопытнее становится. То есть у нас еще и будет целая тонна резерв-поинтов. Помимо всего прочего, клад шанс. Венчуру инфо.
Так, ладно. Атрибут поинты. 10 000. Атрибут поинты 1000. Даже не знаю. Вот 1000, ладно, оставим. Я пока еще даже те-то не могу потратить. Может, на другого перса понадобится. Что? Инчинсмин карт. Карта используема для улучшения карты. Увеличить опыт карты на 500. Ну, одна зеленая карта. Карты тоже можно улучшать. Равно любопытно я тут. Короче, капец, так замучено, что это же звездец. Так, ну вроде все. То есть мерсенарь бейдж. Денежек. Вот, блин, денег не совсем. Зато этих полно. Девать не знаю куда. Так, на каком там? На 200 уровне? На 200.